В Самаре подешевели сезонные продукты. Так, цены на капусту снизились на 65%, на соль на 56%, консервы рыбные подешевели на 23%, сахар-песок на 24%, морковь на 23%, картофель на 21%, яйца куриные на 21%. Это связано не только с тем, что начался сбор урожая, но и с большим количеством сельскохозяйственных ярмарок, работающих на территории Самары. Об этом говорили на совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Сеть торговых предприятий Самары насчитывает почти 6 тысяч объектов, и их количество растет. По сравнению с первым кварталом текущего года, павильонов стало больше на 2%, киосков и тонаров на 7%. В начале года работало 28 ярмарок на 1240 мест, в том числе 5 универсальных, круглоготичных, на пересечении улиц Киевская и Тухачевского, по адресу Белорусская 131, Чернореченская 38, на перекрестке Булкина и Дыбенко. Кроме того, впервые в этом году по просьбе жителей традиционная осенняя ярмарка на мехзаводе была открыта в апреле. До середины мая в палатках там продавали плоды, овощную продукцию, саженцы и рассаду. Было организовано 40 торговых мест. С 1 июля по выходным на ярмарке в поселке Мехзавод торговали с автомашин. Сейчас работа приостановлена. Ярмарку планируем открыть в августе, когда уже будет продукция, вырастет продукцию сельхозпроизводителей. Планируем точно так же, как и в прошлом году, поставить 87 палаток. Плюс будет в районе 35 мест с автомашин. С 28 мая начала работать коммерческая ярмарка на 200 торговых мест в Куйбышевском районе по адресу Главная, 23. Кроме того, организовать ярмарки с автомашин городские власти планируют в Красноглинском районе на улице Мира, 6, на 30 торговых мест. В промышленном районе по адресу Физкультурная, 101, на 70 торговых мест. Победа, 115, на 70 мест. В Ленинском районе на улице Садовой у музея Лабина на 46 торговых мест. Всего дополнительно будет создано 216 торговых мест. С 8 июля открылись 3 новые сезонные ярмарки на 55 торговых мест. Они размещаются там, где раньше велась несанкционированная торговля. Это Советская армия 5, Победа 92А, Гагарина 157. Уже выбраны операторы и ведутся работы по открытию еще 4 площадок на 117 мест. Они встретят покупателей в августе. Это рынок на пересечении Пензенской и Владимирской, в Октябрьском районе на улицах Старозагора и Гастелло, в Кировском районе на улице Земица, в Куйбышевском районе на пересечении Фасадной и Молодежной. Таким образом, мы увеличим количество торговых мест в сравнении с началом года на 688. Но, посещая ярмарки и другие места скопления людей, не стоит забывать о мерах безопасности. В регионе вновь растет число случаев заболевания коронавирусом. Рост идет совершенно точно. Мы видим это по цифрам. Поэтому давайте уж соломку подстелим. Уже сейчас начнем максимально размещать информацию, что болезнь никуда не отступила, что надо вакцинироваться, пришло время. Вакцины в поликлиниках имеются в достаточном количестве. Тем, у кого прошло полгода с момента последней прививки от коронавируса, рекомендуют повторить вакцинацию. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События.